Ну, мне пора в гнездо. Всего хорошего, удав! Слоненок! Пока! А что у тебя в гнезде? Там у меня все. А ты скоро вернешься? Вряд ли. Гнездо оно далеко. Сначала я пойду туда, 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 потом там. Потом обратно, обратно, обратно. Приду послезавтра. Счастливо! Оставаться! А почему, извините, он пошел пешком? На ком же он поедет? Не на ком, а почему он не полетел? Действительно. О, надо ему сказать. Его надо вернуть. Вернусь. Пожалуйста. Странно. Кажется, я заблудился. Послушай, попугай, а почему бы тебе не полететь? Почему бы мне ничто? Не полететь. Раз-раз и там. Как это? Полетел, полетел и сел. Вы что? Вы с ума зашли, да? Ну, у тебя же есть, извините, эти... Какие эти? Ну, эти... Крылья? Есть. Ну и что? Так лети! Лети! Куда? В гнездо. Раз, раз ты там. Нет-нет-нет, спасибо. Спасибо, я лучше пешком. Может, ты не умеешь? Я? Ты? Не знаю. Я не пробовал. А ты попробуй. Боюсь. Чего ты боишься? А вдруг получится? Это совсем не страшно. Да? Не страшно? А ты пробовал? Я? Нет. Нет. А ты попробуй. Попробуй. А потом скажешь, как. А я знаю, как. Нужно подпрыгивать. И махать крыльями. Вот так, вот так. Сам сначала разбежится. Нет, давайте его сталкивать. Как сталкивать? Со слоненка. Я не хочу сталкиваться. Я упаду. Ты полетишь. Почему вы так думаете? Потому что мы верим в тебя. Запомни это навсегда. Себя поверить важно. Не сомневайся никогда. Не бойся быть отважным. А если сомневаешься и сделать не решаешься, то надо же, то надо же когда-нибудь начать. Давай, не надо мучиться. Попробуй и получится. А вдруг да не получится? Попробуешь опять. Я сам! Я сам!
попробуем еще раз. 3, 2, 1. Пускай! Крыльями! Крыльями! Ну-ну-ну-ну-ну! Еще! Летит! Летает! Парит наш орел! А что же ты не полетел в гнездо? А я уже раз-раз обратно прилетел. Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя, полетай еще. Хватит. Главное, поверить в себя. А я в себя уже поверил.